Вандалы уже активно взялись за дело. Вот такая картина разгрома встречает рядом с бывшим психиатрическим отделением. Чтобы найти целое стекло, нужно хорошенько потрудиться. Рядом, помимо детских садов, расположена школа, где даже летом есть дети. Оздоровительные лагеря как раз начали работу. Оставлять открытым доступ в заброшке опасно. Подростки могут забраться внутрь и покалечиться. Также здание могут облюбовать маргиналы, и тогда жди беды, например, пожара. Почему к ограничению доступа относятся так халатно, непонятно. В заброшке напротив полиции подросток однажды уже пострадал. Много копий было сломано, чтобы ограничить доступ в заброшенный санаторий на улице Пирогова. А тут сразу три здания в ряд, и в два из них есть доступ с улицы для любого желающего. Мы направили запросы в прокуратуру и ФМБА России, чтобы выяснить, почему здания не законсервированы должным образом, и будут ли предприняты какие-то меры, чтобы ограничить в них доступ. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск, ТВ.